Идет борьба со злом. Только скажите, нам помощь придет. Мы спасем, целый день спасем. Мы спасем, целый день спасем. Ночами выручаем, спасаем. И рифмы подбираем. Мы спасем, целый день спасем. Мы спасем, целый день спасем. Герои в масках. Силы Олет. Так, дети, отдохните, а я принесу маты для тренировок. Эй, ребята, я недавно выучила акробатический трюк. Показать? Кувырок вперед! Ты вот об этом? О, это здорово, Конор! Научишь меня выполнять? Да, конечно! Но кувырок вперед должен быть моим коньком. Можете мне показать, как делать колесо? Могу, но сначала мне нужно найти маты. В подсобке ни одного не осталось. Правда? Это странно. Еще как. Особенно учитывая то, что также пропали мечи и малярные кисти. Сегодня точно творится что-то странное. Кажется, это задание для героев. Герои в масках спешат помочь! Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... в Олет! Да! Грег превращается... в Гекко! Да! А Конор... Герои в масках! Мы должны начать с проверки школы. Поискать следы злодеев, вроде... Ромео? Но почему он просто стоит и ничего не делает? Кто знает? Мы должны остановить его, пока больше ничего не пропало. Все в котмобиль! И где Ромео? Должно быть, он внутри. Давайте проверим. Будьте осторожны. Не знаю, что он задумал, но явно что-то недоброе. Ромео, мы знаем, что ты здесь. Побереги наше время и сдавайся. Если пойдем по следу пропавших вещей, то точно найдем Ромео. Мой план безупречен. Нет, все мои планы безупречны. Но это два особенности. Когда герои в масках попадут в мою ловушку, я смогу захватить мир. Выходи, Ромео. Здорово, это скейтборд. Эй, я нашла вторую ракетку. О, нет. Да, да. О, ну давай! О, да сделай ты уже еще один шаг! Ромео! О, привет! Я не знал, что вы здесь! Зачем ищете меня? Ты сам это знаешь! Что ты собираешься делать с этими ракетками, матами и мечами? Все, что захочу, конечно же! А, да! Ага! Что происходит? Отпусти меня! Ха-ха-ха! Воровством всех этих вещей я всего лишь заманивал вас сюда! Вот мой настоящий план! Олег! О! Ромео исчез! Я здесь, птичий мозг! Я лечу! Я скопировал твои силы с помощью моего копировальщика! Воу! И это сделал не только ты! О! Так вы двое тоже получили силы, Олет? Что? Никому, кроме меня, нельзя использовать мои силы! Я очень надеюсь, что у тебя есть шасси, Ромео! Потому что ты идешь на посадку! Это точно! Увидимся с вами позже, Кэтбой и Гекко! Вау! Я скопирую и ваши силы! Он уходит! Полетели! Все нормально!
полет — это моя сила. Я знаю, как ее использовать, и не дам Ромео ускользнуть от нас, используя только свои силы. Но объединив наши силы, мы остановим его в два раза быстрее. Да, к тому же летать — это так здорово. Мне еще не доводилось летать самому. Так вы, ребята, будете меня ловить или как? Вперед, герои в масках! Отыщем Ромео! Так, я полечу, а вы спускайтесь на землю. Но отсюда мы можем намного лучше все увидеть. К тому же, летать — это очень весело. Да! Я что-то нигде не вижу Ромео. Ты используешь совиное зрение? Да, только скорее кошачье. У тебя тоже есть совиное зрение, да? О, сейчас проверю. Зрение Гекко. О, я вижу Ромео. Нет. Похоже, заметил. Нет. Вот он где. Ой. Как ты используешь совиное зрение, чтобы видеть вещи супер близко? А! Эй, я сделал сальто! Кажется, я увидел Ромео! Вон там! Эй, вы все делаете неправильно! Все в порядке? Да, но я застряла. Ребята, он улетает! Еще один рывок, и освобожу тебя! Вот так! Ну же, давайте его уже! Полеты, мой конек! Может, приземлишься? Но ведь летать так здорово! К тому же, если мы будем летать, то поймаем Ромео быстрее! Может, покажешь нам несколько движений? Как останавливаться или переворачиваться? Ладно, постарайтесь не отставать! Ящерица Гекконы! Она быстрая! И даже очень! Вперед! Герои в масках! Выходите, поиграем! Эти совиные силы очень мощные! А когда я получу и остальные силы, то стану несокрушимым! Ха-ха-ха! Летите сюда, птички! О, нет! Это ловушка! Но ты не научила нас останавливаться! Клянусь кошачьими усами! Ха-ха-ха! Кошачья суперскорость! Ха-ха-ха! Маскировка Гекко! Что? Нет! Скопировав ваши силы, я захвачу мир, и ничто не остановит меня! Ромео, тебе не уйти отсюда с этим! Ты ошибаешься! Ваши силы в сочетании с моим гением делают меня непобедимым! До скорого, вредители! Это все из-за меня! Если бы я так не расстраивалась из-за того, что вы получили мои силы, мы бы уже давно остановили Ромео. Не вини себя, Олет. Мы тоже виноваты. Нужно было осторожнее использовать твои силы. Раз уж Ромео получил все наши силы, мы должны действовать сообща для того, чтобы остановить его. Верно. Но сначала я кое-чему вас научу. Я была так расстроена, что вы получили мои силы, что даже не подумала о том, что это может быть весело. Спасибо, что научила нас летать! Это просто невероятно! Это еще веселее, чем я себе представлял! О, смотрите, там Ромео! Время быть героями! Ю-ху! Эти силы невероятные! Ромео, мы не позволим тебе оставить наши силы! А что вы мне сделаете? Сломаете мой копировальчик, чтобы мне понадобилось много-много времени на его починку? Так что ли? А это, кстати, неплохая идея! Ой, вообще-то это может сработать! Но сначала вам придется справиться с моими супермускулами! Запомните, ребята, держитесь за мной! Вверх! Давайте! О! Суперзацепки ящерицы! Ты слышал, Ромео? Все, что нам нужно, это забрать твою машину. Теперь направо. Олет! Ха-ха!
кошачий суперпрыжок! Ребята, используйте совиные крылья. Мы вырвем копировальщик прямо у него из рук. Совиные крылья! Сработало! Интенсивнее! Кошачья суперскорость! Суперзацепки ящерицы! Еще интенсивнее! Нет! Олег, помоги! Поймала! На этот раз вы меня провели, герои! Но мне и не нужны ваши жалкие силы, чтобы захватить мир! Вот увидите! До встречи, Ромео! Теперь давайте вернем все украденные вещи в школьную подсобку. Герои в масках, вот это ночь! Мы снова всем смогли помочь! Ребята, а Коннор, хочешь еще раз выполнить кувырок? Конечно, то есть только если ты не против. Не против, вовсе не обязательно выполнять его одной. Кувыркаться вместе намного веселее. Ой! Мой черед! Ой!